Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке и на моем канале сегодня подсмотрелки ваших заказов. Полюбуйтесь, что вы заказываете, и все, кому понравится, могут присоединяться. Я тут немного искупалась в горной речке и решила чуть-чуть поболеть. Все, я пошла на поправку, поэтому сегодня покажу вам кое-что я, правда, отправила, потому что приходили вещи, и я отправляла, ролики не делала. Но сегодня то, что нашла, постараюсь вам показать побольше из того, что прихватилось. Так, сразу начну с объявления по магазину Dillard's. Я вам говорила, что мы не можем заказывать онлайн. Я нашла вариант, мы можем теперь заказывать онлайн. Но там у них такая ситуация, что даже мы сумочку с девочкой заказывали за 219, что ли, долларов. Tabby Peel в голубом цвете. И они берут доставку то ли 8, то ли 9,95, по-моему, 9 долларов 95 центов, ну, почти 10 долларов. Потому что, говорят, бензин дорогой, теперь даже вот онлайн-доставки все по этой цене. Поэтому от 300, что ли, у них там долларов бесплатная доставка. Но, тем не менее, Dillard's можно заказывать. Я его даже раньше убирала в описании. Вы, если стрелочку нажмете, то все сайты есть, по которым мы заказываем. И Dillard's в предыдущих роликах не было, потому что я его убирала из-за того, что мы не могли там делать заказы. Сейчас все наладилось, я его верну. Он по стрелочке, там, где мой WhatsApp. Если вам что-то нужно, пишите. Он там есть, смотрите сайты, выбирайте, что вы хотите. Так, следующее объявление. Магазин Athleta. Athleta. Не могу я этот звук, американский TH, произносить нормально. Поэтому мы его называем просто Athleta. Так нам проще. Вот, если кто-то, любители, не если кто-то, а любители, кто знает этот магазин, вот эта кофточка, я вам обещала ее показать, вот она пришла, у нее даже вот тут вот кармашек есть, вот, но у нее там, как это назвать-то, состав не хлопковый, там все такое синтетическое, но она приятная-приятная, удобная-удобная, будет моей любимицей, особенно вот для домашних, когда хочется чего-то тепленького для домашних, так сказать, хождений, нахождений дома, для домашней одежды, мне будет вообще классно. Но она и, пожалуйста, в люди, в ней выйти тоже вполне возможно. И в офис тоже. Так, и начну с сайта TJ Maxx. Я делала не так давно, может быть, 1-2 ролика назад, обзор. Там было из TJ Maxx, я вставляла по сумочкам Protezi и по сумочкам Harbor. Кое-что пришло из того, что вы тогда заказали. И я вам напоминаю, сумки Harbor, потому что цена прям там такая какая-то волшебная. Вот эти до 60, что ли, они долларов стоили. Но если кому нужно, то вам нужно будет пойти, где я обзор с сайта TJ Maxx сделала. Там, по-моему, что-то в ролике по названию написано. Это вот Harbor Second. Второй Harbor, короче. Вот, вот такие вот мягкая-мягкая кожа. Вот они как будто, как вот я говорила вам, под винтаж сделаны. Вот с таким вот они брелочком. Одна такая сумочка. И вторая такая сумочка. Тоже девочка у нас, Натуся, в Москву к вам поедут, заказала. Тоже вот здесь вот такой же вот брелочек. Вот, у них там тоже, кстати, доставка есть 10 долларов, если заказ не дорогой, не помню, от какой цены там перестает быть доставка. Так, это вот такая, вот такие вот сумочки. Они у нас раньше часто были в обзорах. Вот эта вот кожа, она такая вот, без подкладки, вот натуральная, очень приятная, очень мягкая. И там, по-моему, есть такая в красном цвете, в желтом. Ну, пойдете на сайт, посмотрите, и я вам показывала Protezi. Тоже там же. И одна Protezi пришла. Раньше она у нас в обзоре была. А сейчас мы ее повторим, обзор на эту сумочку, потому что уже давно я вам этих Protezi не показывала. Это итальянская сумка. 140 с чем-то она там по цене. То есть цена очень довольно-таки хорошая, потому что у нее оригинальная цена порядка 400, что ли, долларов. 350 какая-то. Вот такая у нее там цена. Вот, это вот такая вот кожа. Вот это вот не такая мягкая, как вот у сумочек Harbor. Но носиться она будет вечно, но и она все-таки тоже мягкая. Она идет с подкладкой. Подкладка у нее вот такая вот.
пеленочка, что ли, такая, как фланелечка. Вот бренд протези итальянский. Ну, она тут с книжечкой приходит. Вот у нее как боковушки сделаны. То есть вы можете их чуть-чуть расслабить, чтобы она у вас побольше открывалась. Конкретно эта сумочка, потому что там есть похожая с замком сверху. Вот. А конкретно вот эта сумочка, она идет с кнопочкой наверху. То есть у нее нет... Ай-ай-ай. Хочу закрыть. Закрыла. Вот, вот такие вот две не очень толстые ручки. Вот так вот будет смотреться на человеке. Очень приятная, удобная сумочка. Есть у нее пыльничек. Так, пыльничек у нее вот такой. Ну, вот мы его, в принципе, видели. Так, на передней стеночке ничего у нее нет, а на задней стеночке вот такой большой карман, что очень удобно, потому что сумка не застегивается, нужно кошелек куда-то прятать. Ну, он такой, да, приличненький, так, в половину формата А4, я так думаю. И вот такие два накладных кармашка для каких-то мелочей. Ну и такой вот большой шопер. Подружка моя долго-долго решала, слиночек. Вот обзор на твою сумочку, красавицу. Вот смотрите, она пришла, правда, была набитая, но чуть-чуть подмялась. Вот, потому что как-то вот так вот она не была. Но она разгладится, эта кожа. То есть, когда она будет носить ее, она в носке ляжет так, как ей будет нужно. Потому что это не формованная сумочка, а такая довольно-таки свободная. А донышко у нее хорошая форма. Держать будет стоять донышко, а сама она немножечко такая играющая. Так, это был сайт TJ Maxx, если не откроется, ну я и ссылку на этот сайт давала, вот, если не откроется, то обзор смотрите там в предыдущих парочке роликов. Дальше у нас будет обзор с сайта JmaShop, очки и часы, и куда без нашего любимого коуча Outlet'а. Сделаю, даже сумочки будут повторяться, но все равно мы без него жить не можем, потому что мы любим очень сумочки от Coach. И прежде чем я это сделаю, хочу показать вам с сайта с XPM. Мы очень много обуви заказываем. Ну, там и одежда есть тоже, мы ее заказываем. Вот такие вот эковские ботиночки девочка себе заказала. Вот, причем у нее они такие на 40-й размер. Я на свой 39-й померила из-за того, что у них вот это вот... Пяточка вот такая вот интересная. Я говорю, они даже можно и на меня носить. Но так вообще, конечно, они великоваты. То есть они размер в размер идут. Это вот мы ей брали 9-ку. Там было написано 40. А там, по-моему, даже есть... Так, я сказала эко, хоть не уг. Потому что почему-то у меня сейчас дальше уги пошли. Нет, это эко. Вот такие классные ботиночки. Сайт с XPM в описании есть. Если кому-то что-то нужно, оттуда выбираем. Сайт Macy's, мы выбираем оттуда все, что угодно. Много очень одежды вы оттуда заказываете. И сегодня... О, кстати, смотрите, часики Kate Spade. И сегодня очки Kate Spade тоже будут. Вон коробочка, футляр для очков. Вот такие вот часики на сайте Macy's. Что-то, мне кажется, там цена у них 119, что ли, до налога была. Вот. Вот такие вот часики от Kate Spade. И, ну, в принципе, это могу здесь подержать. И начнем смотреть очки. Так, это солнцезащитные очки. Так, ну, там есть косыночка. Так, ненадолго отключалась, распаковала очки, потому что поняла, что не буду я скрипеть вам. Вам это не надо. Вот эти от Kate Spade солнцезащитные очки, которые я начала распаковывать. И еще у нас одна оправа от Moschino. Вот, вот такая вот оправа. 40. Сайт JmaShop, да, мы знаем, что это мы там заказываем. 49, по-моему, Moschino оправа стоит. И 59 Kate Spade. Вот так, как не тут, чтобы вам... меня увидеть, лампа, чтобы не сильно светила. Ну, вот я надеюсь, видно, да? Как на человеке они смотрятся.
И еще с сайта Джемашоп аж целых трое часов. У них цена вот у двух в маленьких коробочках что-то порядка $70. У одних 69, у других 75. Хотя на ценнике здесь прям цены стоят огромные. Сколько здесь стоит? Сейчас без своих очков не разгляжу. Так, 895. О, это там какие-то хорошие, значит, скидки на них были. 795 вот на этой коробочке и 2495, но они 199 и стоили, а вот эти 69 и 75. Смотрите, какая прелесть. Ну, вы видите, да, уже, что это Invicta. Девочка в подарок набрала. Я не знаю, Людмила, я ваши показывала часики? Людмила же, правильно, это Людмила, это же вы мне заказали. Я ваши показывала часики до этого? Двое. Или нет? Так, не хочу снимать браслетик, вы его все равно под себя регулировать придется. Вот так вот они смотрятся. Потому что она говорит, ну все, набираю подарки. И вот у нее вот такие вот подарки набрались. Смотрите, какая прелесть. Часы, конечно, прям очень красивые. А какие те красивые. Давайте вам тоже их покажу поближе. Наверное, неправильно я делаю. Нужно отключаться, чтобы вам время не тратить, смотреть на меня. Вот, смотрите, какие вот эти. Ну, вот так вот они будут на ручке смотреться. Уже не хочу их на себя одевать и распаковывать не хочу, чтобы такая красивая. А как ее назвать-то? Кнопочка для завода. Смотрите, сколько там камушков. Какая красота. И вот эти часики прямо... Не помню, кто так говорил. Возьмешь в руки, маешь вещи. Это как бы не мое употребление, но это вот, мне кажется, об этом. Они такие прям даже тяжеленькие. Смотрите, какие обалденные. Какой-то браслет у них такой вот интересный. Это подарок будет или кто-то это... Вот мне кажется, кто любит вот крупные украшения и вот такие вот часы, просто очень оригинальные, просто очень-очень оригинальные. Ой, Маргарита, привет тебе, моя дорогая. Мне же девочка Вера из Израиля прислала фотографию твою. Вот. И я почему про тебя сейчас вспомнила? Я говорю, кто любит крупные украшения? У тебя там такие красивые кольца с такими крупными какими-то камнями или с чем. Я ж вас всех не знаю. Вот. А мне тут девочка пишет из Израиля и говорит, Ирина, я пошла, говорит, история для тебя. Я пошла в магазин покупать. Ну, неважно. В общем, она встретила там другую девочку, тоже неважно. И эта девочка у нее спрашивает. Это Брамин? Она говорит, да, Брамин. Она говорит, это Ирина Якут? Она говорит, да. И вторая девочка достает свою сумочку с акваяжек от Патриши Нэш. И мне Вера прислала, Ирина тебе Маргарита, Рита передает привет. Я думаю, какая Рита? Думаю, Марго. Она мне записана как Марго. Вот, поэтому Маргарита. И наконец-то я вас увидела, потому что у вас на аватарках непонятно, что стоит. Я же вас не вижу, вы меня знаете, а я вас не знаю. Думаю, какая красотка, какая интересная женщина. Такие у нее украшения. С моей сумочкой такая фотография красивая. С моей сумочкой от меня, с вашей сумочкой. От Патриши Нэш так прям, о, прям так элегантненько. Мне так приятно было. Так что, ребята, можете друг другу передавать приветы от меня, когда вы увидите сумочку Брамин в Израиле или в России. Скажите, это от Ирины Якут? Да-да-да, я тоже ее знаю. Вера говорит, Ирина, она о тебе так хорошо отзывалась. Ну, я знаю, обо мне все хорошо мои отзываются девчонки, которых я делаю счастливыми. Вот, и вот эти вот часы. Извините за долгое отступление, но хочется же иногда это рассказать, какая я молодец. Сама себя не похвалишь, но кто тебя еще похвалит? Вы меня, правда, часто хвалите, спасибо вам за это. Ну и настало время нашего любимого коуч-аутлета, где мы заказываем в основном сумочки. Так, вот этот равенчик у нас совсем не новенький. И в таком канвас, в таком цвете канвас встречается у нас тоже периодически. Ну вот с красненьким не так-то часто. Не помню, когда последний раз я такое показывала. Длинный ремешок у него тоже будет красненький. Вот так.
что я тут внутрь наложила. А, ну тут внутри девочка заказывала кошелечек от Patricia Nash, кстати, сайт HSN. Он тоже в описании есть, Coach Outlet, естественно, есть в описании. Вот, вот такой вот красивый равенчик. Так, по цене не ориентирую, там периодически бывает туда-сюда, ну где-то 100, ну пусть 150 будет, может быть даже чуть поменьше. Так, на весу не так-то просто, и кармашек у него здесь есть, и ножички есть, все про равенчик видно. Ну я что-то равенчик, сумка эта предыдущая называлась Раван. Я просто вспомнила, сейчас стала ее даже убирать, вспомнила, думаю, иногда же кто-то приходит, такие девчонки, которых настроение плохое, может быть, они не хейтеры, но просто у них день не сложился, будем так считать, и хотят тебя же обидеть, там, укусить, говорят, вы что, в тюрьме сидели, у вас все Патриша, Дуни? И я вспомнила про это, потому что я ж могу Патришу, я уже давно Патришей называю, как подружку, и даже не этот. Дуня, это у нас была Дуниенберг. И вот теперь равенчиком я назвала. Ну, я, в общем, обзываю. Вы меня поправляете или знаете, что я так шучу. Вот. Ну, если захотите там укусить, то можете сказать, что ты, сленг у тебя тюремный. Ну, ладно, пусть будет так. Если вам от этого настроение в этот день улучшится. Не знаю, почему я это вспомнила. Тут недавно тоже девочка заходила. Пока я... Ой, я вот, видите, соскучилась по вам. Отвлечение, начинаю всякие другие вещи рассказывать. $95. Ирина, давайте по делу, пожалуйста. Вот это вот стоит сумочка в канвас в сочетании с вот такой вот бордовой кожей на сайте Coach Outlet. И это еще. Ой, кстати, кошелечек же еще есть к этой сумочке. Она его с другим заказом заказывала, девочка у нас. С Владикавказа. Мариночка. Вы у меня Мариночка, правильно? Я помню, наверное. Так, вот такой вот он. Вот он причем вот здесь-то вот такой вот бордовый. Это вот только он на развороте такой коричневый. А вот здесь-то вот он. Вот эта вот часть. Видно, что она бордовая, да? То есть он когда закрытый, как раз вот он с сумочкой по цвету сочетается. И у нее же в заказе, раз уж все здесь в одной кучке, вот такой вот шопер, их тоже там мы часто видим. Обзоры этот вот в таком цвете. Они тоже там бывают, у них ручки разные. Вот, сейчас еще похоже покажу. Похоже, еще вот такой, но он совсем, оказывается, даже не похожий, потому что он не на замочке. Это вот все у нас в один заказ. Представляете, вот такие 4 сумочки и кошелечек. Так, вот такой вот шопер без замочка сверху. То есть... Девочка себе выбрала шоперы на все случаи жизни. И с замочками, и без замочка, и с лошадкой, и в светлом канвасе. И немного в канвас потемнее. Вот такая будет деловая. Может, тоже на подарки. Может быть, все себе любимый. Так, и вот такая сумочка Field. Это модель бутика. Она даже, по-моему, идет с пыльником. Но она сейчас выводится из производства и находится на сайте Coach Outlet. Скидка у нее очень-очень хорошая. Вот, длинный ремень у нее есть. Причем длинный ремень у нее, по-моему, тканевый. Такой широченный. Да, вот он. Вот такой вот. Вот. Это конкретно вот в таком цвете. Так. Вот ремень красный, потому что они еще бывают какие-то другие ремни, вот которые с другим цветом канвас. А, может быть, ремень точно такой же, но есть еще она в бордовом цвете в канвас. Вот канвас в сочетании с кожей. То есть вот это кожа, а вот это канвас. Или это тоже кожа? Это, похоже, тоже кожа. Так, нужно почитать описание, потому что принт, как у канваса, они обычно делают, а по... На ощупь, по ощущениям, я бы, например, закрытыми глазами не отличила канвас от или кожа. Нужно почитать описание. Так, ну а я с вами на этом прощаюсь. Наверное, все я вам сегодня. Ну, все, что приготовила, все показала. Если чего-то забыла, значит, в следующий раз когда-нибудь покажу. Всем всего доброго, спасибо большое, что посмотрели. Берегите себя, пожалуйста. Пока-пока!